самая длинная в Европе. Волга занимает лишь 5-е место после рек Сибири, но по индустриальной загруженности Волга лидирует в России. Более трети населения страны, около 60 миллионов россиян, проживает на Волжских берегах. Историю народов, населяющих берега реки, представить без нее невозможно. В результате электрификации молодой страны Советов берега Волги претерпели грандиозные изменения в 20-м столетии. Проект «Большая Волга» задумывался в том числе и для развития судоходства на Волге. Последние 50 лет на участке реки между Нижегородской гидроэлектростанцией и Нижним Новгородом снижаются глубины судового хода. Углубление дна, а также повышение уровня воды за счет Рыбинского и Горьковского водохранилищ результатов не принесли. Для решения проблемы запланировано строительство Нижегородского низконапорного гидроузла, что будет означать подтопление больших территорий и новые экологические проблемы. После заполнения Волгоградского водохранилища в конце 50-х годов берега реки начали разрушаться и обсыпаться. Сегодня в районе бывших немецких поселений и деревень можно наблюдать подмытые волнами отвесные берега высотой до 15 метров с торчащими из них сгнившими гробами и скелетами людей. Постройка Нижегородского низконапорного гидроузла – это продолжение развития советского проекта «Большая Волга», который не считался ни с экосистемой реки, ни с будущим здоровьем людей вдоль берегов Волги. Рациональнее и логичнее вложить эти деньги в укрепление берегов реки, в очистку дна реки от токсичного ила и постепенный отказ от гидроэнергии.